Так, бутербродикам у нас поели. Что обычно нужно? Ну, кофеечек желательно, конечно. Желательно кофеечек, желательно. Друзья, я представляю вам вот эту мою, наверное, главную основную помощницу, потому что я органически не переношу вот этот вот растворимый кофе, который вы покупаете... в магазинах. Понятное не дело. Покупайте его, дорогие наши девочки, потому что мы думаем о вашей коже, о вашем здоровье, о вашем настроении. Пейте, пожалуйста, только натуральный кофе. Тем более, что с нашими лотами это сделать, ну, просто в два счета, элементарно. Володь, да мы с удовольствием. Просто нам нужна качественная кофемолка, которую мы не можем найти в магазинах, потому что цены на них зашкаливают, а у нас сегодня тариф единый, 990 рублей. И у Саши, и у вас, дорогие телезрители, сегодня действительно удачный день, потому что посмотрите, какая невероятно классная, стильная и главное, компактная кофемолка. Очень маленькая. Да, такой прибор будет стоять где-то у вас там в ящичке далеко, и в нужный момент вы легко достаете. Но при этом посмотрите, какая вместительная чаша здесь. Ножи из нержавеющей стали и чаша из нержавеющей стали. Вот многие жалуются, Сашка рассказывала. У меня да? маленькая, знаешь, у меня была вот кофемолка, она в принципе вот сама маленькая, но у нее и внутрь помещается совсем-совсем-совсем мало. Конечно. Да, я тебе о чем хочу сказать. Здесь вмещается 65 грамм. То есть фактически, если вы намолите кофе, вот за один помол, это хватит на весь вечер, вы можете где-то там подружкой сидеть, кофеечек пить. Давайте, в общем-то, покажу, здорово, как это работает. Да, давай посмотрим. Все, не будем засыпать. Мы так, да, для того, чтобы понятно было. Так, я убираю кофе. Итак, смотрите, очень легко это делается. Вот, смотри, я покажу два движения. Вот мы поставили крышку, оп, мы закрыли. Все. И она надежно закрыта, да, скажи мне. Да, она надежно закрыта. Знаете, да, вот эти вот кофемолки еще советские, и даже есть сейчас, такие ты давишь на нее, давишь. Да, для чего это надо? Ну, смотри, наши да. дорогие девочки, вам, для чего нам ваши силы и на это? А еще, знаешь, была у меня кофемолка, которую вот так надо было делать, без конечно, я сижу, руку накачаю. Молодцом еще, не пью эти кофейные зерна. Нет, друзья, это мне совершенно не нужно. Смотрите, одно простое движение. Вот эта кнопка, если вы вдруг не поняли. Я не поняла. Итак, мы нажимаем, смотрите, одним пальчиком нажимаем. И вот у нас начал молоться кофе. Обратите внимание, как легко. Я просто нажимаю, видите. Володь, скажи, можно мне попробовать? Саша, ну, конечно, пожалуйста, можно пробуй, я попробую, пробуй. Да. Смотрите, Саша первый раз ее держит в руках вообще. Слушай, вообще Глядь, очень как это легко, легко происходит, правда? Правда, я вообще одним пальчиком Ой, нажимаю. Запах да, запах уже почему-то пошел. Слушай, ароматный да, такой кофе. Меня... Скажи, а если я, могу я регулировать, например, многие любят более крупные зерна, некоторые любят мелкого помола. Ты знаешь, мне что нравится в этой кофемолке, то что вот эта верхняя крышка, она прозрачная, да, и ты можешь сама посмотреть, до какой степени тебе промолоть кофе. Потому что есть какие-то программы, мало того, что в них не разберешься, и за них переплачиваешь в других кофемолках, так еще они не выполняют свои функции, потому что потом открываешь, все равно нужно переделывать. Ну, это как с микроволновками, слушай, знаешь, ну, да, она не разогрелась. Конечно, здесь, друзья посмотрите, пока мы разговаривали, буквально сколько мы, секунд 40 с тобой, да, разговаривали, посмотрите, что произошло. Я сейчас покажу. Итак, немножко так вот трусим. Итак, посмотрите, я сейчас немножко потрясу. А запах, боже мой, настоящий кофе, потрясающий запах развеялся по нашей кухне. Не могу, обожаю кофе, это вдыхаю вот аромат касается... и прям не могу удержаться. Это для тех, кто любит крупный помол. Теперь сделаем помол поменьше. Для этого надо еще немного времени нам помолоть. Ты пока, пожалуйста, занимайся кофе. А я напомню нашим зрителям, что вот такая потрясающая кофемолка, которая регулирует степень помола ваших кофейных зерен, стоит сегодня всего, внимание, 990 рублей. Потому что у нас сегодня установлен тариф единый. Потому что мы думаем о вас. Потому что каждый праздник мы хотим вас радовать, милые дамы. Особенно сегодня, 8 марта. Мы делаем для вас все возможное. 22741 – это код данного предложения. 990 рублей – это цена. Если вы хотите пить каждый день вкуснейший кофе, то, пожалуйста, обратите внимание, потому что... Посмотри, уже... вот мелкий помол. Видишь, какой красивый? Видишь, как пахнет очень невероятно? Красиво. Да, друзья, потрясающая кофемолка. С этой кофемолкой, супер помол, вы сможете пить настоящий, я подчеркиваю, кофе каждый день, радовать себя. Ну, в кофе же много полезного. Конечно. Вот, к сожалению, мы это не получаем, потому что все время пьем, вот, допустим, растворим кофе. Но еще не, и это не все, что мне нравится в этой кофемолке. Мне нравится хромированный корпус, видите, это пластик, ну, очень, хромированный, да, поэтому да. очень стильно, красиво смотрится. Правда, стильно. Ну и, конечно, вот эта изящная деталь, которая вот этой кофемолке придает особый шарм, аромат. Посмотрите, как легко здесь можно спрятать шнур. Посмотрите, да, я сейчас вытащу из розетки. Вот это да. Хорошо, да, я поправлю. Смотрите, как я легко, я вот так вот в несколько оборотов практически, видите, как здесь дно сделано оригинально. Хвала тем ребятам, которые придумали вот это
вот этот способ хранения шнура, потому что вот в таком виде вы можете спокойненько поставить куда-то там в ящичек, да? Ночью закрыть крышкой можно тоже. Потрясающе, друзья мои, знаете, действительно, это очень удобно, потому что у меня был случай, когда я потянула, и все посыпалось на меня. Это регулярно, это происходит регулярно. Да, вот этот шнур. Я думаю, все хозяйки сейчас себя узнают, если что-то вытаскиваем из ящика, вместе с этим падают всякие склянки, банки, я не знаю, дуршлаки. Соль, перец, все это на тебя летит. Вот с детства не произойдет, где-то в уголке будет стоять эта кофемолка, ждать час, когда вам придут подружки, знакомые, друзья, родственники и так далее. А я уверена, что с такой кофемолкой вам ждать долго не придется, потому что гости будут постоянно у вас в доме, вы будете самой гостеприимной хозяюшкой, потому что сегодня вы можете себе это позволить. Цена 990 рублей установлена у нас на все товары в этом часе, потому что у нас действует тариф единый. Милые какое девочки. Счастье! Да, мы стараемся делать вас счастливыми, ну и вы не забывайте делать себя счастливыми, потому что от нас, мужиков, не дождешься внимания, понимаете, да? А вот с этой кофемолкой, во-первых, всегда найдете время 5 минут попить кофе. Вкуснейший, ароматный, настоящий. Вы, наконец-то, да, попадете в число тех людей, которые вот покупают разные сорта кофе, которые понимают. Потому что, да, вот то, что вы... Просто будьте настоящим гурманом и ценителем такого великолепного, душистого, черного кофейного напитка, который вы можете приготовить дома. Экономьте, не нужно ходить больше ни в какие дорогостоящие кафе. Заказывать там кофе, который один стаканчик обойдется вам, ну, буквально в половину стоимости кофемолки, которая будет радовать вас бесконечно долго, потому что у нее корпус хромированный, потому что у нее острые лезвия. И сегодня это все доступно вам по цене 990 рублей.